Вот, хейтеры, я вам вот так показываю. Вот, идите, вы знаете куда? Вот я палец показываю, туда идите. Итак, народ, если вы не хотите смотреть это видео, то все-таки посмотрите хотя бы одну часть видео. Здесь будет тайм-код, вот сейчас именно, где самая важная информация, а дальше уже сама игра. Так что, кому не нравится, не смотрите, но информацию важно все-таки послушать насчет моего мнения. Приятного просмотра. Привет, народ. Сегодня я буду играть в игру, как вы просили некоторые, чтобы я записал игру, а то уже надоел этот Гитлер. Ладно, я иногда прислушиваюсь к мнениям подписчиков, когда мне вот реально уже скучно, прям задолбливает этот Гитлер, сейчас которого я делаю постоянно. Ну как постоянно? Сейчас скажете, ты нифига не делаешь, типа. Да потому что я не хочу делать, мне не нравится это. Как с этим смириться, я не понимаю. Но если я не делаю, от меня начинают отписываться, поэтому мне приходится делать его. Я уже прям вот говорю, не хочу я делать. Мне уже все говорят, типа, если не нравится, не делай. Я так и делаю, ну. Точнее, пытаюсь как-то обходить эту систему, закидывая этим какие-то другие ролики. Допустим, там Испания, что-то такое. Но лишь бы не делать Гитлера, потому что мне постоянно кидают страйки. Если так будет продолжаться дальше, то все. Я, короче, ухожу с Ютуба, потому что мне это нафиг не надо. Ну, во-первых, ухожу, потому что это меня задалбливает, то, что люди начинают отписываться, когда я перестаю делать то, что им надо. А почему вам надо? Вот большинству из этого надо. Ну, как понять? Блять, я сам, как вам объяснить? Если я не хочу это делать, значит, не надо меня это мотивировать к этому, ну, принуждать прям, не заставляйте меня. Поэтому я говорю, я буду делать крайне редко эти видео. Не надо от меня отписываться. Вот прям как вы, дебил, короче, ты все, отписка, материшься, все такое. А вот насчет матов уговора не было. Я вообще там человек все-таки, я же не дебил ни какой-то. В общем, давайте приступим к прохождению, точнее, к геймплею этой игры. Игра про то, как симулятор, типа этого, ковбоя или что-то такого. Ну, давайте мы сейчас это заценим. Так что вот так говорю. Уже минута видео прошла на то, как я начал говорить про то, что мне не нравится делать Гитлера. И вот поэтому я его в ближайшие сроки перестану совсем делать. Нет, не совсем. Ну, как сказать, я перестаю его делать, от меня люди начинают отписываться. Мне это тоже не нравится. Чисто вся аудитория у меня получается из-за этого Гитлера. Не знаю, как с этим дальше жить, надо контент менять срочно. Ладно, не будем о плохом, сейчас поиграем. Посмотрим, что за игрушка такая. Погромче сделаю. Музыка. Ой, тихо, тихо, тихо. Твою мать, тихо. Очень неудобное управление. О, можно в себя стрельнуть. Так, окей. Еще, кстати, я решил заняться музыкой. FL Studio, короче, на телефоне. У меня неплохо что-то получается. Я уже начал записывать биты. Точнее, не записывать, а создавать биты. Да, вот так правильно. А потом нужно будет придумать текст. И уже потом это все там вместе соединить как-то. Ну, короче, разберусь. Сейчас я еще и параллельно с этим... О! Убил! Параллельно с этим работаю. Как бы не... мне не в кайф так все делать. В общем, сейчас скажу, я очень устал уже от канала, от этого. Фух, либо мне уходить с Ютуба. Канал, я не знаю, что с ним делать. Я хочу новый канал создать и заниматься тем, чем я хочу. На этом канале, если это буду делать, меня засирать все будут. Что мне делать, я не знаю. Мне в этой ситуации никто не поможет, абсолютно никто. Опа, убил. Поэтому нужно будет... Давайте взглянем на симулятор этого револьвера. Вот револьвер. Так, его нужно будет сейчас как-то аккуратненько подставить. Вот, вторая рука.
А как взять? Я понятия не имею, как брать вот эти предметы. Ладно-то, я еще вот расскажу сейчас. Ладно-то, я раньше занимался, вот, Гитлер, я увидел чувака, мне понравилось, думаю, сейчас реально там хайповый контент, типа, много просмотров, все такое. Сейчас меня это достало просто, я так не могу, мне все говорят, друзья, знакомые, типа, там, ну, когда спросили, вот, кто узнает, типа, чем ты там на канале занимаешься, что снимаешь там, я говорю, Гитлер, они говорят, ты идиот, типа, там, вот, тебя же потом заблокируют, или, не знаю, там, еще хуже проблемы какие-то будут. Я того же мнения придерживаюсь. Нужно что-то придумать новое. Я же не могу вот это вечно снимать. О, все зарядил. Поэтому, ребята, извините меня, пожалуйста. Вон идите к другим, кому не страшно делать это. Я не хочу. Я буду канал разнообразие канала делать какой-нибудь другой. Там, допустим, ну не прохождение игр. Музыка там, вот. Я решил музыкой заняться сейчас. Так что вот так. Пожалуйста, не надо мне писать, типа там, ой, все. Раньше было раньше, все, я теперь совсем другого мнения придерживаюсь. И в основном мне это пишут какие-то школьники, которые сами... Я вот даже пример сейчас приведу. Ну что, видели? Вот, смотрите, как, я не знаю, вот с таким быдлом разговаривать, который даже слово сказать не может одно. Ой, я думаю, все такие. Вот просто абсолютно те, кто такие комментарии пишет, они абсолютно одинаковые. Вот если что пишу, а я же зарядил пистолет, в смысле? Я говорю, если что пишу, то более адекватно, не так уж сильно, потому что, ну это надо, а тут так хитро все сделали. И матерюсь я, если кого-то бесит это, и мне интересно, как вы материтесь. Вот у меня вопрос, вы же по-любому все материтесь, вот абсолютно. Потому что и мне еще говорите, типа, что ты материшься, ты задолбал, типа, идиот, все такое. Я материться сейчас не собираюсь, потому что мне это, ну как сказать, удовольствие сейчас не доставляет, как тогда это было. Когда на что-то бомбил или когда что-то происходило такое. Вот такой вот наркоманский обзор получился. Ничего толкового он не воплотил такого. Только единственное, что немножко настроение поднял. Я просто удивляюсь вот с этих людей. Это вообще чьи модельки такие-то, что так позволили издеваться над собой. О, я ее походу разломал. Так, мужик, мужик, мужик. У него глаза красные, он на этого похож. Ой, я не хотел туда. Так, сейчас я его на прогиб, ой. На какой прогиб? Сейчас я его попробую поднять. Я уже стал деградировать просто. Мне нечем заняться. Да я не знаю, давайте я начну снимать там видео. Вот у меня есть... Могу сделать обзор мопеда своего, который у меня имеется. Могу там, не знаю, какой-нибудь влог сделать, как мы с пацанами ходим на забив, все такое. Не знаю, что-нибудь подумать надо такое. Потому что я опять-таки говорю... Ого, тут потолок. Опять-таки говорю, я не собираюсь делать Гитлера. Я не хочу его делать, понимаете? Как вам еще объяснить? Если человек не хочет, зачем его заставлять? И тем более мне это не приносит никакого удовольствия. К тому же, меня еще постоянно... Мне кидают жалобы. Вот постоянно кидают жалобы с этого Гитлера. Я уже не знаю, что мне делать. Прошу прощения за прерыв видео, так как у меня села... аккумулятор на телефоне. Хотел сказать всем спасибо за просмотр, за то, что посмотрели это видео до конца. Те, кто не посмотрел, те, короче, ну, не молодцы, не молодцы. А те, кто прослушал всю инфу и понял, о чем я хотел донести, тогда вы просто красавчики. Пожелаю вам всего наилучшего. Давайте, до скорого. Всем пока.